Итак, друзья, ну что, у нас снова понедельник. Я хочу коротко пройтись по основным темам. Дело в том, что я нахожусь сейчас, ну, не буду, просто покажу коротко, где я нахожусь. Я сейчас сижу в этом в рабочем кабинете, и здесь мы разрабатываем очень-очень крутые вещи. Именно для того, я же вам сказал, что мы начинаем двигаться в направлении 5 миллионов пользователей. И я настолько горю этой идеей, что ну вот мы просто сейчас внедряем самые крутые системы, которые будут, я дам вот сейчас уже в прошлые две недели я начал потихоньку вводить тренинги. Сегодня мы буквально сегодня-завтра мы поставим большой штемпель на этой программе и мы начнем внедрять. Дело в том, что речь идет в первую очередь о том, что у большинства людей есть свои цели, свои желания, которые они хотят осуществить, именно поэтому они приходят в этот бизнес, они приходят в бизнес и сетевого маркетинга, и нетворк-маркетинга, и в бизнес криптовалют, потому что они понимают, что рост в этом бизнесе очень сильный. И мы именно занимаемся той нишей, где люди могут зарабатывать деньги именно в своем смартфоне. Мы увидели, что когда мы соединяем технологию блокчейн с нашим уникальным смартфоном, без разницы, iPhone это или Android, пока, конечно, наша основная технология внедрена в Android, iPhone вот-вот выйдут тоже в линейку продуктов, ну, приложения на iPhone, поэтому все смартфоны и Android, и iPhone, они будут добывать, они будут зарабатывать, они будут показывать вам золотые, заветные золотые числа, ну, после которых вы спокойно спать не сможете. Дело в том, что речь идет о технологии блокчейн, она давно уже себя проявила, миллионы пользователей, самые суперзвезды говорят об этой технологии и предвещают ей самое классное будущее, потому что, в принципе, эта технология такая же, как интернет 20 лет назад. И интернет сейчас у каждого из нас есть и дома, и в смартфонах. Постоянно мы находимся сейчас практически в сети интернет, через который мы даже с вами сейчас разговариваем. Так и блокчейн будет определенно практически у каждого человека на этой планете уже в ближайшее время. Именно об этом я говорил на конференции на Chain 2020, одной из самых больших конференций в мире. Мы показывали, посмотрите на нашем канале, есть ролик, где полностью все рассказывается, как там все было. Сейчас еще готовят там организаторы какой-то, ну, там еще и будет еще один маленький сюрприз по этой конференции. Миссия PlatinCoin, она простая. Мы хотим, чтобы у каждого человека были PlatinCoin в его распоряжении, чтобы они были в его смартфоне, абсолютно безопасны, абсолютно доступны, чтобы никто не мог прийти и забрать у вас что-то, контролировать что-то вместо вас, чтобы вы абсолютно имели эту свободу и сами решали, как вы будете распоряжаться своими средствами. Чтобы не важно было, насколько вы обучены, какое у вас образование, вообще никаких препятствий, чтобы не было, чтобы вы могли действительно использовать PlatinCoin и покупать что угодно, где угодно и когда угодно. Наша компания начинала с обычного стартапа. В 2016 году мы появились в Швейцарии. Через год примерно нас уже, в 2017 полностью, да, в 2018 в марте нас залистили первые биржи. С того момента мы выросли на 500 тысяч пользователей, наш PlatinCoin вырос на 5000%. И, конечно, пока мы, хоть мы уже и достаточно большие, все равно мы находимся еще в раннем стадии нашего развития. Все наше развитие, весь наш потенциал, это, в принципе, еще он только предстоит, особенно вот в 2020 году мы обещаем самые такие взрывные результаты, потому что все последние два года мы к этому очень тщательно готовились, соответственно, рост, я думаю, что мы сможем вырасти в нашей комьюнити до 5 миллионов пользователей, собственно, поэтому я нахожусь сейчас здесь, в Стамбуле, и придумаем классные вещи, внедряем, так что готовьтесь.
Все очень просто. У нас есть уникальная технология PLC Minting. Это когда просто ваш смартфон добывает. Да? Он добывает монеты, добывает каждый день, каждую неделю, каждый месяц, в течение 10 лет несколько источников дохода, поэтому несколько источников добычи. Поэтому PLC Minting настолько привлекателен и в своем роде на рынке абсолютно уникален. Такой технологии, которую предлагаем мы, на рынке просто нет. Опять же, чтобы начать, очень все просто. Нужно зарегистрироваться, выбрать для себя продукт и начать скачать два приложения и начать добывать. Ну или, как говорится, минтить. Минтинг будет составлять у вас 30% в год. На следующие 10 лет это будет являться вашим пассивным доходом в форме дополнительных платинкоинов. Ну, соответственно, вы сами решаете, какой доход в месяц вы хотите иметь за счет платинкоин. Для того, чтобы поддержать всю инфраструктуру, для того, чтобы сделать нашу инфраструктуру легкую, чтобы вы могли воспользоваться платинкоином по всему миру, мы работаем над развитием своей экономики. Мы работаем над развитием своих инфраструктурных проектов, такие как карты, посттерминалы, вендинговые машины, биржи и так далее. У нас есть каталог примерно из 30 продуктов, над которыми работаем. В этом году мы хотим запустить 10, да, это маркетплейсы, да, торговые площадки. Я думаю, что некоторыми площадками мы уже удивим вас вот-вот уже в ближайшие недели. Вашему удивлению не будет предела, я абсолютно в этом уверен, и увидите, как наша экономика начнет крутиться, развиваться, как с рынка исчезнут практически все платинкоины. Конечно, сейчас за счет того, что мы обновили систему, за то, что вышло... Вы должны понимать, что мы выросли практически в 5 раз. Вот за последние несколько месяцев мы выросли и по оборотам, и по регистрациям, и по пользователям в 5 раз. Поэтому сейчас у нас мы немножко в дисбалансе, но уже еще несколько недель, и баланс восстановится. Особенно после запуска этих площадок, ну, вы увидите, как коины просто с рынка пропадут. Ну, просто их не будет. Поэтому готовьтесь, запасайтесь и желательно сразу в ферму, чтобы 30% в год на следующие 10 лет. Ну, сами понимаете, насколько классна эта бизнес-модель. Итак, нашим основным, скажем так, рынком, где наша экономика будет себя проявлять, это, конечно, будут маркетплейсы разного рода. У нас готовятся 4 площадки. Первая в виде простых объявлений, где просто весь мир может говорить. Вот смотрите, у меня есть смартфон, я хочу продать, он в принципе, ну, у меня их 3. Давай я 2 продам за платинкоин. Ну, что они просто лежат. Выставил, тут же за платинкоин и продал, экономика закрутилась. Человек, ну хорошо, есть старая машина, например, поломанная, да, ну что, ее чинить там столько, расход на нее, ну, ладно, за платинкоин и продам. Выставил, завтра машину забрали. Или наоборот, новая, да, я торгую машинами. Почему не открыть для себя именно этот источник? И таких возможностей много, потому что там много категорий и так далее. Маркетплейсы на мировом уровне, особенно на азиатском рынке, откроет нам площадка на CoinsBit, который будет представлять глобальный маркетплейс, где можно купить продукты с мировых гигантов AliExpress, Amazon, eBay и так далее. Ну, на самом деле, для Азии это просто что-то невероятное. Вы увидите, как это интересно, когда за криптовалюту можно купить практически любой товар в мире. Опять же, криптовалюта это ничего такого особенного из себя не представляет. Это нормальное развитие денег. Да? Не нужно тут никак удивляться. Раньше мы знали пластиковые карты, сейчас уже онлайн-платежи. Вот, поэтому и криптовалюта это просто натуральное развитие денег. К этому быть, с этим бесполезно спорить. Поэтому как бы к этому все идет. Другие коины, они показывают определенное развитие, с которым мы немножко не согласны.
Объясню почему. Дело в том, что рынок криптовалют достаточно волатильная вещь, и для бизнеса имеет определенные сложности. Ну, не может просто товар сегодня стоить 100, завтра 50. Да? Для бизнеса это достаточно болезненно. Поэтому мы работаем над стратегией лестничного курса, чтобы наш курс, да, чтобы наш курс по один коин, он определенное время был стабилен. И, конечно, со временем все равно рос. И не просто рос, у него определенные есть этапы развития, что вот он сделает, например, с 5 до 10, это x2. А с 10 до 50, это x5. А с 50 до 250, это опять x5. Понимаете? А вот если с 5 до 250, это другой совсем x. Ну и мое любимое число, это 1000. Да? Это туда, куда я стремлюсь, это то число, которое я... 10, но это уже практически данность, я думаю, что вот осталось тут совсем чуть-чуть, но мы идем уже, в моей голове, мы уже идем на 5 миллионов пользователей, идем в направление 50 евро. Мы присутствуем на CoinMarketCap, все домашние задания мы сделали, мы нас залистили, мы уже находимся более 2 лет, мы находимся на многих биржах, некоторые еще работают в ограниченном режиме, многие уже полностью открыты, такие как CoinsBit, такие как BitHump, которых сейчас нет, надо обновить, ну и новые биржи приходят. P2P, B2B вот-вот уже в стадии открытия. И Bitforex тоже вот-вот уже откроет шлюзы. Просто поясню, у нас был очень массивный апгрейд наш технологический, и поэтому работоспособность некоторых бирж была прервана, но она сейчас восстанавливается, во многих уже полностью восстановлена, а в основном восстановление будет происходить, ну, я думаю, в течение следующих 4 недель мы полностью этот вопрос закроем. В нашей системе вы можете участвовать как пассивный участник или как активный партнер. Все, что нужно понять, это если вы пассивный участник, то вы зарабатываете, в принципе, на 3 источников пассивного дохода. Первый источник – это минтинговые пакеты. Это минтинг юнит – это такая технологическая единица, которая присутствует на стороне компании, она загружается именно коинами и добывает для вас полностью автономно коины, платим коины в течение следующих 36 месяцев каждый день. Представляете, каждый день стабильно капает одно число, ну плюс-минус. Следующий вариант заработка – это минтинг-ферма. Минтинг-ферма – вообще уникальная разработка нашей компании. Дело в том, что она приносит вам 30% в год на следующие 10 лет. Ну и блокчейн-совладелец. Это программа, которую мы сейчас запустили. Сегодня, на самом деле, последний день, когда вы можете в ней участвовать еще за PLC. Поэтому после вебинара обязательно сразу посмотрите на пакеты за 9 тысяч, за 10 тысяч, за 5 и за 1000. Да? Я сейчас расскажу почему. Потому что именно они дают вам еще возможность получить заветные места и стать совладельцем блокчейн платинку. Итак, давайте поподробнее. Что же это приносит? Во-первых, у нас есть целая линейка продуктов. Вам не обязательно начинать с самого большого, вы можете начать с самого маленького за 107 евро. Но опять здесь я хочу обратить ваше внимание, что самый важный показатель здесь – это эффективность, которая у самого маленького стартера всего лишь 11% за 3 года. Да, это примерно разделить на 3, ну 3,5 получается процентов в год, которые нарабатываются сверху того, что номинально стоит сам продукт. Теперь идет нарастание эффективности в сторону платин минтера до 51%. За 3 года разделить на 3, это примерно 17 там, плюс-минус процентов, которые минтинг юнит добывает свыше номинальной стоимости примерно продукта. Номинальная стоимость, ну это когда вы делите 9,995 на 5, получаете 1990 платинкоинов, а он добывает вам целых 3013, что на 1000, больше, чем на 1000 платинкоинов больше. Хорошо. Вторая классная вещь у наших продуктов – это граница загрузки, лимит загрузки в ферму. Значит, в маленький пакет старта за 107 евро можно ферму загрузить всего 74 платинкоина, которые будут приносить вам 30% в год следующие 10 лет. В платин минтер можно положить 6000 до 6700 платинкоинов, которые будут приносить вам 30% в год в течение 10 лет. Это вместе максимально может
достигнуть 20 100 платин коинов чисто пассивного дохода. Это значит, что все вместе за 10 лет у вас с фермы выйдет 26 800 платин коин. Опять же, так, ага, это повторяется, просто другая картинка, значит, да, другой дизайн. Значит, если вы пассивный участник, пассивный доход. На вас работает минтинговая ферма 36 месяцев с активностью от 11 до 51%. 36 месяцев работает без каких-то затрат на электроэнергию или еще что-то. Ну и, конечно, ежедневная добыча всего от, если самый маленький пакет, от 23 платин коинов до 3013 платин коинов за 36 месяцев с ежедневными начислениями. Фирма добывает вам до 30% на 6700, максимально 6700 платин коинов. Конечно, если вы возьмете несколько пакетов, то, конечно, например, 10 штук, тогда у вас будет не 6700, а 67 тысяч платин коинов, которые можно загрузить в ферму. Опять же, платин коины вы можете собирать со всего рынка. Сейчас запустится маркетплейс, вы сможете обменивать, я не знаю, начиная от тяпки до машины, до квартиры и тому подобное, все можете торговать за платин коины в обе стороны. Соответственно, если вы продали машину старую, которая 2 года уже стоит, никому не нужна, вы нашли покупателя за платин коины, взяли платин коины, положили их аккуратненько в ферму, и ваша старая машина начала приносить вам 30% в год в следующие 10 лет. Конечно, в форме платин коин. Ну, потому что вы ее аккуратно обменяли. И так далее. Просто посчитайте, сколько денег вам нужно в месяц. Умножьте это на 12, разделите на 0,3, ну, потому что 30%, и вы будете знать, сколько нужно положить платин коинов в ферму, чтобы больше, чтобы все ваши расходы финансировались за счет добычи фермы каждый месяц, чтобы вы были абсолютно финансово свободны. В данной таблице мы коротко увидим, чего может добиться Platin Coin, если действительно мы все для этого прилагаем усилия, если мы поднимемся, ну, хотя бы сейчас до 5 миллионов пользователей. 5 миллионов пользователей, ну, по формуле Пималь Дауман, как говорят немцы, да, примерно, то это будет примерно курс около 50, ну, плюс-минус. Опять же, если вы взяли себе платиновый пакет, да, Platin Minters 9951, то у вас за все время вместе с полностью заполненной фермой, то у вас выйдет за все это время 29813 платин коинов, что, соответственно, при курсе 50 евро и будет означать ваш первый миллион. Да, все мечтают о миллионе, не знают, как его заработать, вот вам готовая формула, просто добывайте. Теперь следующий пакет, что очень важно. Мы запускаем с завтрашнего дня, когда заканчивается акция, да, которая сегодня заканчивается. Мы запускаем Double Packs Limited Edition. Эти пакеты можно будет купить только за биткоин, только за банк, за 2кэш и за Zofort. Да и все, да, только за это. И эти продукты дают вам места в нашем блокчейне. Что это значит? Блокчейн это, ну, скажем так, блокчейн это набор цепи, да, он состоит из отдельных блоков. Так вот, наши разработчики смогли проникнуть в блок, идентифицировать места, в которых хранятся все транзакции и комиссии за эти транзакции, и закрепить эти места за нашими клиентами, да, за вами. Навсегда. Вы представляете, вы становитесь совладельцами блокчейн Platin Coin. Значит, на все время жизни блокчейн Platin Coin у вас есть свои места. И причем в тысячном пакете это одно место. Да, в тысячном, ну да, примерно. Ребята сдублировали мне слайд. Ну хорошо, вот это вы, у которых есть места. Как можно это себе представить? В тысячном пакете это одно место, в пятитысячном это 7 мест, и в десятитысячном это, я округляю просто цифры, это 15 мест. Как это можно будет посчитать? Ну, представьте, что есть определенное количество накопилось платин коинов от
от комиссий, да, ежедневных и за все транзакции в мире за PlatinCoin. И эти PlatinCoin делятся на количество мест, и потом еще раз, чтобы каждое место, оно примерно одинаково стоит, там, плюс-минус, да, одинаково приносит PlatinCoin. И теперь просто, если у вас одно место, то вам ваш пассивный доход там маленький, если у вас там 7 мест, то умножается в 7 раз, если 15, значит в 15 раз. Да? Это очень большая разница, одно у вас место или 15. Мне, опять же, можно взять 10 по 10, значит у вас будет 150 мест. Также можно, мы сейчас познакомились именно с пассивным доходом. В нашей компании есть еще возможность зарабатывать на активной деятельности. Это значит рекламировать наши продукты и рассказывать о технологии блокчейн, тем самым увеличивая комьюнити во всем мире. Дело в том, что наша компания платит до 60% в партнерскую структуру, где вы можете на 11 уровнях, плюс имея мировые пулы, которые запустятся сейчас, ну, примерно где-то через 2 месяца только, к сожалению, но они обязательно будут приносить 8% от мирового оборота, который вы можете себе забирать, и ранговые бонусы, которые примерно тоже входят 2% от мирового оборота. Это примерно можно, ну, если взять все ранги, да, вот 2% примерно, до 64%. Так, ага. Значит, дело в том, что нетворк-маркетинг, так, мне ребята загрузили презентацию интересную. Так, нетворк-маркетинг – это однозначно бизнес 21 века. Что это значит? Ну, во-первых, это значит то, что вы можете выстроить себе бизнес, где вы можете работать с кем угодно, когда угодно, где угодно, что вы можете сами решать, сколько времени вы работаете в неделю, сколько вы зарабатываете, да, вы сами решаете, зарабатываете вы 1000 там, или 10 тысяч в месяц. Это все вам дает возможность нетворк-маркетинга. В нетворк-маркетинге сейчас работают примерно 100 миллионов человек. Годовой оборот этого бизнеса составляет более 200 миллиардов долларов ежегодно. Одним словом, это очень-очень классная индустрия. Возможно, вы уже сами давно об этом задумывались, потому что работаете на работе, которая не очень, скажем так, нравится. Да? Опросы говорят о том, что более 90% всех людей, которые трудоустроены, они не понимают, за что они работают, зачем это все надо, выгорают на работе, просто занимаются нелюбимым делом, мечтают совершенно о других вещах. Ну и, возможно, здесь есть возможность задать уже себе вопрос, а может, стоит уже действительно открыть для себя новые горизонты, что вы можете действительно подниматься и в рангах от джейда, зарабатывать дополнительные бонусы, ну и, соответственно, доходить даже до платинового бриллианта и заработать аккумулированно до 1,6 миллионов евро. Дело в том, что если вы начнете работать именно над своей карьерой, начнете стремиться к тому, чтобы стать бриллиантом, вам нужно понимать, сколько в среднем наши бриллианты зарабатывают. Ну, примерно если вы достигаете ранга бриллианта, то вы зарабатываете от 9 до 120, в среднем, да, от 9 до 120 тысяч евро при примерно от 5 партнеров в вашей команде. Blue Diamond – это от 15 до 160. Опять же, это такая вилка у разных партнеров по-разному, да, потому что кто-то действительно вкладывается, кто-то просто делает это как, ну, можно сказать, даже хобби, и все равно достигает рангов, потому что в нашей компании все складывается аккумулированно. Вопрос не в том, достигнете ли вы этого или нет, а вопрос в том, только когда вы этого достигнете. Все, давайте на этом я сейчас вам презентацию завершу. Дело в том, что у нас намечается очень сильный взрыв. Я работаю над целым рядом сейчас продуктов, которые должны скалировать количество, во-первых, наших пользователей, и, во-вторых, количество используемых наших продуктов, где можно будет использовать PlatinCoin. Да, потому что идеология вся заключается в том, чтобы дать вам инструмент, которым владеете вы,
которые действительно, где вы решаете, что даже будет с этим инструментом, да, где вы решаете, насколько он вырастет. Вырастет он в 10 раз или в 1000. Это на самом деле беспрецедентный случай, когда пользователи становятся владельцами. Да, в большинстве случаев, именно большинство пользователей становятся владельцами блокчейна. Не пользователями, даже если мы поговорим сейчас о биткоине, то все, кто занимается сейчас биткоином или еще что-то, они просто пользуются им. А я говорю о том, чтобы действительно владеть блокчейном. Именно поэтому используйте акцию сегодня еще, используйте наши limited edition завтрашнего дня, чтобы получить себе места. И да, и навсегда забить, запастить за собой действительно это место, застолбить, и что, которое уже никто у вас не отберет. Сейчас уже 30 только русскоговорящих спикеров, которые начнут вести онлайн-презентации 2 раза в день, каждый день, 7 дней в неделю. Мы предоставим любому желающему, кто хочет добиваться именно этих чисел, кто хочет расти, строить карьеру, кто хочет выйти на финансовую независимость, на финансовую свободу, потому что это ни для кого не секрет, что тысячи и тысячи партнеров уже добились своих целей, а мы только-только начали. Да, нам сейчас 4 года, практически, мы идем на 4-й год. Мы сделали на рынке больше, чем большинство наших конкурентов за последний год. Мы сделали больше, чем большинство наших конкурентов за последние 3-5 лет. И 2020 год станет не просто судьбоносным для Platinum Coin, он даст такой трамплин, где в конце 2020 года мы будем смотреть назад и говорить, вот это мы проделали работу. И будем гордиться тем, чего добились. Сейчас у нас предстоит наш дубайский ивент. Дубайский ивент, он состоится 22 марта. И этот дубайский ивент будет немножко другим. Это не великая феерия и празднество каких-то достижений, а это у него есть название «Моментум». Это значит, именно в Дубае мы создаем вот это энергетическое напряжение, с которого именно наш трамплин, наша площадка, наш трамплин, как все началось с Дубая у нас 2 года назад. И сейчас опять начинается с Дубая. Мы сделаем это немножко в другой форме, не такую сумасшедшую феерию, как в прошлый раз, потому что сейчас не до феерии. Наша задача сейчас четкое скалирование, внедрение систем, внедрение продуктов, увеличение комьюнити. Сделать так, чтобы мы до конца 2020 года вышли на 5 миллионов пользователей, а возможно даже и больше. То, что сейчас делается у нас в Турции, то, что на той системе, которой мы сейчас работаем, когда вы увидите ее, вы просто не поверите, насколько это легко. Сейчас уже первый, мы протестировали сейчас на немецкой комьюнити, один человек делает, например, делает эти шаги, и к нему на презентацию новичок, приходят от 40 до 70 человек за неделю. И квота, которая присоединяется, людей, которые присоединяются к Platinum Coin, достигает практически 100%. Мы сами вначале были в шоке, как это все работает. Мы оттачиваем эту модель буквально сегодня-завтра, и большая печать будет утверждена. И мы начнем действительно ее обучаться. Я уже на прошлом, просто переслушайте мои вебинары с прошлого понедельника и с позапрошлого, где я уже сказал, что мы будем разрабатывать наш фейсбуковский аккаунт и вообще аккаунты в социальных сетях. Мы дадим четкий алгоритм, как делать, что делать, какие тексты писать, какие смайлики ставить, как отвечать, как нарабатывать базу, как отрабатывать контакты. Как сделать так, чтобы человек был рад тому, что действительно, понимаете, почему рад? Потому что он понимает, потому что он разобрался, то, что у него получается, потому что у него он начал зарабатывать.
чтобы он смог реализовать все, что он запланировал, да, себе в Новый год, все, что он себе там желал на 2020 год. В конце у него была забитая ферма. Даже, ну, извиняюсь, даже жена или муж не могут ими завладеть, если добровольно, как говорится, не отдадите. Я хочу, чтобы каждый построил себе карьеру, построил себе финансовую свободу. И мы готовим вам для этого, дадим вам для этого легальную компанию, которая у нас сейчас, да, есть, легальный продукт, с которым мы уже работаем на более 3 лет на 120 рынках. Мы дадим вам простую дублицируемую систему, которой даже самый простой новичок сможет повторить, да хоть до сотого, хоть до тысячного уровня. С этой системой, представьте, если простые люди могут достать 40, 70, 100 человек, и они практически все присоединяются к PlatinCoin. У нас сейчас находится примерно 15 тысяч человек, которые работают именно в нетворк-маркетинге активно с PlatinCoin. Вот представьте, этим 15 тысячам мы дадим этот инструмент уже буквально вот очень-очень, ну сколько, может, неделя, и будет уже все готово, именно чтобы можно было дублицировать и работать. Работать с этим. А теперь представьте, что если эти 15 тысяч человек начнут просто использовать этот инструмент. Только они. А потом люди, которых они пригласят, те по 70, по 40, по 20, по 100 человек, они дадут им тот же инструмент. Как быстро платина вырастет до 5 миллионов. И опять же, это только сейчас, а мы дадим этот инструмент всем. Всей нашей полумиллионной комьюнити. И я хочу, чтобы партнеры, которые сейчас слушают меня, чтобы они посмотрели на эти камни, на бриллианта, голубого бриллианта, зеленого, пурпурного, красного, черного, платинового. И чтобы вы просто представили на миг, что вы этого уже достигли. Как вы себя будете чувствовать? Представьте, что вы сделаете просто с теми деньгами, которые получите как комиссию, когда вы достигнете этого ранга, насколько легко будет двигаться к следующему, потому что упасть-то нельзя. И сейчас нам чуть-чуть не хватало инструментов. Эти инструменты мы практически доделали. Мы полностью разобрали все скрипты, подготовили, и сегодня мы их уже завершим в финальной стадии и выдадим. И выдадим всем, кто будет, ну, кто хочет именно их использовать, ну, в реальном времени, в реальной жизни, потому что они работают на 100%. Ну, вот мы это сейчас проверили, работает просто на ура. Алекс, да. У нас есть маленький короткий видеоролик, как это было в прошлый раз в Дубае. Можем показать. Да, да, давайте это самое. Значит, как я и сказал, секундочку, Игорь, как было в Дубае, мы сейчас посмотрим. Дело в том, что я просто хочу обратить ваше внимание, что PlatinCoin... Мы сейчас эволюционируем. Мы переходим на другую степень, на другую ступень развития. Посмотрите, что произошло. Мы открылись рынку. Мы открылись, бесстрашно открылись биржам. Мы все больше и больше бирж открываем, где царит, ну, нормальная экономика. Понятно, что мы внедряем туда очень интересную стратегию, которую никто до нас не внедрял, да, гибридного курса. Это значит, есть площадки, где фиксированный курс, который стоит на 5 евро, и есть площадки, на которых свободный курс, который открывает возможность, ну, просто неограниченного заработка. Ну, давайте я просто вам сделаю такой пример. Вот смотрите. Допустим, площадка на Битхампе, она сейчас там торгуется по, ну, от 4,5 до 3,5, плюс-минус они сейчас там торгуют. Допустим, давайте возьмем самую низкую, давайте 3 доллара. Вот просто сейчас ушел, курс падает, 3 доллара на одной из площадок. Что делает нетворкер? Нетворкер, который, как говорится, прошаренный, да, он говорит, ура, нетворкер, который неопытный, он начинает расстраиваться, как, что, а что 3 доллара, а как такое возможно быть и тому подобное. Почему прошаренный счастлив? Все просто. Потому что человек, например, который берет коин за 3 и потом его вносит в бизнес за 5, делает уже
разницу 2 доллара или даже 2 евро за один коин. Допустим, это был 10-тысячный, это 2000 платинкоинов, значит, заработок прошаренного нетворкера составляет уже практически 4000 долларов просто на разнице курса. Плюс еще приходит 2000 из комиссии, вот уже 6000 человек просто заработал на счет, просто на одном продукте. Поэтому я просто говорю о том, что смотрите на шансы. Сейчас золотое время. Сейчас время, когда можно просто на простых действиях заработать в разы больше даже, чем на самом бизнесе. Потому что рынок открывает разные шансы. И мы специально эти шансы даем. Мы специально держим курс с одной стороны фиксированно, потому что это наша стратегия, с другой отпускаем его, потому что мы знаем, что люди с фантазией, люди проворные, воспользуются этим шансом, чтобы сделать x2, x5, x10 и тому подобное. В этом наше преимущество. А пока это золотое время идет, мы даем не только золотые числа, да, еще золотое время, мы дадим вам инструменты. Конечно, это, знаете, когда у продукта эволюция, когда происходит трансформация в какую-то новую форму, когда открывается только рынок, всегда образуются эти шансы. Эти шансы были и у Facebook, и у Apple, эти шансы были и у интернета, и так далее. Да? Вы сами понимаете, как это работает. Потом, когда уже все уравнивается, шансов просто таких нету. Да? Раньше можно было на продаже автомобилей заработать невероятные деньги. Сейчас торговать автомобилями, это убытный бизнес. Да? Или там на недвижимости были вещи, когда можно действительно было фантастически на том же деньги заработать. На том же биткоине можно было, когда он там строил по 200, по 400, по 800, сейчас даже он стоит там по 8, по 9. Понимаете, какие возможности были? Этими шансами всегда надо пользоваться. Мы сейчас внедряем эти новые технологии развития комьюнити. Эти рыночные возможности, они закроются. Они, может, месяц, два, три, их не будет. Просто посмотрите на них с другого угла, и вы увидите новые шансы, очень много. Опять же, наша точка отчета – это Дубай. Дубай принесет такую волну, что нам мы до конца года будем просто лететь и не останавливаться. У нас уже, просто чтобы вы понимали, мы сейчас увидим Дубай, мы уже забукали несколько стран от 1000 плюс примерно такие же ивенты, как Дубай, которые будут, мы запланировали примерно 30 таких ивентов, как Дубай, по всему миру. Так что, друзья, это наступает невероятное время. Я просто горю, у меня настолько ясное видение всего этого 2020 года, настолько понятная стратегия, и я нисколько не сомневаюсь, что 5 миллионов возможно, я говорю только возможно, возможно мы достигнем до августа. Это то, к чему я хочу прийти, прямо на следующей неделе уже приступить. Хорошо, что у нас огромная комьюнити, нас знают во всем мире, мы показали результаты, мы хоть и с запозданиями практически все наши обещания выполнили, мы выходим сейчас, полностью открываемся для всего рынка. Понятно, что пока простые трейдеры, которые не понимают нашей стратегии, у них там куча вопросов, пускай будут, вопросы это хорошо, поэтому... А мы сейчас покажем, что в крипторынке можно и по-другому. Нужно по-другому. Мы хотим, чтобы бизнес любил платинкоин. Я хочу, чтобы простые люди пользовались платинкоином. Я хочу, чтобы их стиль жизни улучшился, чтобы они действительно следующие 10 лет за счет золотых чисел чувствовали вот эту разницу. Чувствовали, что крипторынок не просто у них что-то там берет, а что он им дает? Все больше и больше, стабильно и четко, чтобы они понимали, что у них в конце месяца прилетят определенное количество золотых чисел, они на них сами могут повлиять. Не хватает тебе, значит, доложи больше, пусть тебе капает больше.
потому что 30% есть 30%. Сам каждый человек может посчитать, сколько ему в месяц нужно. И сам решает, насколько платинкоин изменит его жизнь. Вот и все.